Менее 2 недель остается до возможного шатдауна, очередного временного закрытия правительства США, если до 1 октября Конгресс не утвердит новый бюджет. Республиканцы блокируют бюджетный процесс, требуя для начала хоть как-то обеспечить честность президентских выборов и недопущение того, что Демпартия в нарушение всех уже существующих законов открыто готовит голосование иностранных граждан, нелегально пересекших границу США, обесценивая при этом голоса самих американцев. Демократы, конечно же, резко против, но как же им без фальсификации победить-то? При этом почти половина американцев поддерживает приостановку работы правительства, если это позволит провести честные выборы в ноябре. В основном это республиканцы и примыкающие к нам независимые избиратели, которые возмущены всеми грязными трюками в ходе выборов. От жульничества на дебатах с согласованием вопросов Хэрис до покушений на Трампа и всяческих попыток запугать его от проведения политических митингов. С этим не получается, поэтому Демпартия планирует делать почтовые вбросы. Демпартийцы продолжают утверждать, что США ждет новая кровавая баня в случае победы Трампа, и что именно он – это угроза США. Хотя даже среди экспертов CNN такая риторика, ставящая страну на грань гражданского конфликта, вызывает ожесточенные споры. Это развязывает руки любым радикалам, от потенциальных стрелков до фальсификаторов, вбрасывающих бюллетени, в том числе и среди ночи. Трамп даже по левым опросам начал обходить Хэрис в Пенсильвании. С учетом этого преимущества в Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, это дает Трампу достаточно голосов выборщиков для победы – 280. Так что без почтовых чудес демократам нужно готовиться к поражению. Штаб Трампа уже грозит фальсификаторам большими сроками, если они будут этим заниматься. Но вряд ли их это остановит от фальсификаций. Хотя если вторые скандальные выборы с фальсификациями все-таки произойдут, то это поставит США уже на грань настоящего раскола.